Эти машины покоряют любое бездорожье. Продукция иркутского завода экстремальной техники собрала лучшие технологии автомобилестроения. На этой модели представлен двигатель японского производства от автомобиля, мосты от внедорожника, карданы тоже от российского внедорожника. Вот, и в этом квадроцикле собран максимальный функционал, то есть это лебедки, топоры, кофры, все для удобства и повышенной проходимости. Все это позволяет технике преодолевать болота и даже реки. Внедорожники уверенно держатся на воде и не тонут. Одна из особенностей этой техники – система подкачки колес с помощью шланга. Выхлопную трубу соединяют с колесом и газами накачивают. Спустя 30 секунд можно продолжать движение. Создатели техники отмечают, каждый внедорожник штучный. Их изготавливают, исходя из потребностей клиента. Кроме того, перед продажей проводят суровые испытания. Павел Марчуков, Виктор Тагмитов, Вести, Иркутск.